Хей-йоу, ребята, всем привет, с вами Ганс и Хэви Рейн. В прошлой серии мы с вами узнали, кто такой все-таки этот маньяк, а в этой серии будем узнавать, получится нам спасти Шона или нет. А пока поставь свой сочный лайк, это сделает тебя еще сексуальнее. Поехали. Так. Ангары. Ливень, конечно, нормально хлещет. Я думаю, мы уже на самом деле почти в самом конце игры, так что эта серия, думаю, точно будет последней, завершающей. Так, надо искать клетку. Вон она. Вон она, клетка. Давай, давай, иди вперед. Он должен быть здесь. Я уже очень давно. Давно ищу. Ищу отца, готового сделать то, что не захотел. Нормально. Пожертвовать собой, чтобы спастись. О, я искал. Искал. И тут я вспомнил тебя. Вот где он нас первый раз увидел, получается. Столько убийств. Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь, я страдал. Меньше своей жертвы. Я прошел все испытания. Верни мне моего сына! Он здесь. Осталось только открыть решетку. А ключ у тебя, да? Вот ты гнида, ты еще и застрелить в спину хотел. О! Пистолетом можно было отстрелить замок. Вообще-то. Давай, 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 давай. Надо что-то взять, палку там, не знаю, арматурину какую-нибудь. Ищем, 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 пока ничего не видно. Так. Во, палку. Берешь арматуру. Давай, давай, вскрывай. Оп, дергай. Давай, 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 еще чуть-чуть, дергай. Еще. Еще. Во. Красавчик. Давай. Бедный малыш, у него там, небось, уже все тело обмокло. Ну, 4 дня в воде находиться, ты же с ума сойдешь. Его еще лечить потом заманаешься. Там воспаление легких, например, и так далее. Все дела. С кожей, наверное, какие-нибудь еще проблемы могут быть. Поэтому это все тоже дело не шутки. Так, отлично. Шона мы спасли, это уже радует. Сзади. Ага. Ну как всегда бывает. Такое немного нелепое падение. Ну да ладно. Вниз. Вниз упасть на самом деле как нечего делать. Очень легко. Ой, промазал. Давай, оп. Оп. Еще удар. Это было жестко. Ты офигел. Шелга, ну успокойся. А менты вообще там стоят, ничего не видят, как будто. С
сколько мусора-то, а? Опа, аккуратненько. Давай. Вообще-то я все нажал. Сейчас еще и она добавится в бой. А этого бородатого мужика я зря подозревал-то, получается. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не выйдет. Открываем огонь, как только он высадится. Да не он же. Вы дураки, вон сверху над вами мы проезжали. Эй, вы там. Что вам нужно? Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пэтч. Я журналистка. Я докажу, что Итан Марс не виновен. Он не мастер оригами. Что здесь делает журналистка? Я же приказал. Ты глухой, что ли, осел? Уберите ее, пока не полезла под пули. Прищеми его дверью. С ноги в дверь ударь. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Итан Марс не виновен, я докажу. Эти дураки только что нас пропустили, мы вон над ними проезжаем. Давай. На, похарим. На еще. Хороший удар. Опа, не, не то нажал. Искюзи. Еще. Это было жестко на самом деле. Давай, малыш, вставай. Дыши. Ну же, дыши. Да должны спасти, по-любому. Никак иначе. Давай, малыш, вставай. Выплюнь воду из легких. Давай, мелкий. Ну. По сути, мы все сделали максимально быстро, как мы могли. Ты он должен жить. Мелкий, давай. Да не может быть. Должен быть хэппи-энд. Фу, ё-моё, мелкий нагнетает здесь атмосферу, а. Фу. Я уж думал, уже никакого хэппи-энда. Я думал, ты умер. Папа. Я знал, что ты меня спасешь. Шон, слушай. 10 минут у него осталось. Лучшее, что есть у меня. Я хочу сказать тебе, что бы ни случилось, я люблю тебя больше всего на свете. Одна секунда. Я еще жив. Я выпил яд час назад. Но это была... Я не умер. Отмазка, чтоб ты отказался пить яд. А он увидел то, что ты готов на все, и в итоге дал тебе ключ. Но это я так и думал. Так что все нормально. Мы живы. Эш, убери ее наконец. Марс не виновен, черт возьми. Он не виновен. Эй, вы куда? Куда? На мотоцикл. В смысле? Я же заворачиваю. Че за бред? Я заворачивал, не работал джойстик. Бред какой-то. Странно. Очень странно. Надеюсь, этот косяк не повлияет на сюжет. О, это ж молот вообще. В смысле, он нас убил? Чё, серьезно? Ну, по сути, такой удар голову размозжил, конечно. Офигеть!
Да это бред какой-то. Как так? Я нажал на кнопку, опять же. Ты чё пройти-то не можешь? Странно. Блин, пипец. ФБРовца жалко. Ну это жесть какая-то. Я нажал на кнопку. Он телевизор подставил. Все было нормально. Пап. Но там я видел, появилась кнопка в бок. Очень быстро. Чтобы выбраться отсюда, придется открыть дверь. Никогда больше не уходи от меня, пап. Ни за что на свете, Шон. Клянусь. Давай мелкого возьмем. Давай мелкого возьмем. Сейчас наверняка в тебя палить начнут. Дергай, дергай. Вот говорю, вот эти вот дергания, они какие-то непонятные. Ты дергаешь, а толку никакого. Возьми сына на руки. Тебя сейчас пристрелят. Да, нет? Возьми на руки мелкого. Тут еще и снайпер у нас целится. Прям целая это бригада, я бы сказал. Открыть огонь! Ты дурак, что ли? Тварь, а? Ну ты тварь, а? Чувствую, мы с вами прошли на плохую концовку из-за вот этих последних косяков. Папа. Да. Папа, очнись, не бросай меня. Папочка, очнись. Это, конечно, жестко. Все, наверное, из-за того, что мы не поймали Шелби. Полиция объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика нашли заблудившимся в портовом районе. Он истощен и напуган. Возможно, ему удалось сбежать от мастера оригами, который похитил его. Расследование приостановлено. Детский психолог сейчас работает с мальчиком в надежде получить какую-то информацию о мастере оригами. Да, его ж мы так и не поймали, нифига. Все еще не удалось выяснить личность так называемого мастера оригами. Преступник по-прежнему на свободе. Мы получили информацию, что в ходе расследования дела мастера оригами произошла трагедия. Итан Марс, отец похищенного мальчика, был застрелен в ходе полицейской операции. Подробности этой трагедии пока не раскрываются. Красавцы. Также сообщаем вам о том, что погиб Норман Джейден, криминалист федерального расследования, вышло. Также участвовавший в операции. Очень неловко. Полиция не дает комментариев по кнопки, этому поводу. Ну что поделать? Да. Так что у нас с вами хэппи-энд на 50 на 50. Так она ж в курсе, кто убийца. Почему она как-то, не знаю, в полицию не обратится?
пора уходить. А, точно, у него же еще мама осталась. Ну хоть так. А вот и Шелби. Гнида ты. Почему же она его личность не раскроет? Как так? А вот и книга. А кто книгу написал? Мэдисон? Или как ее там зовут? Я уже забыл. Да, она. Да-да, Мэдисон. Вон на книжке написано. Мэдисон Пейдж. Точно. Спасибо, мисс Пейдж. Я восхищаюсь вашей смелостью. Спасибо. Для Джона, пожалуйста. Побольше бы таких журналистов, как вы, мисс Пейдж. Хорошо, что вы поймали этого ублюдка. В смысле поймали? Так мы же его не поймали. Винсент, блестящее расследование, мисс Пейдж. Ну и храбрый же вы. Голос. Вам нужен противник посильнее. Более... более жестокий? Жестокий. Ха! Нормально, и свалил. Это типа была отсылка и намек на вторую часть Хэви Рейна? Странно. Вторая часть так вроде и не вышла. Насколько я знаю. Это интригует. Его похоронят через два дня в богом забытой дыре где-то в пригороде Вашингтона. Я должен присутствовать по протоколу. Не поеду. У нас с Джейденом были разногласия. Конечно. Я понимаю. Ай, урод. Конченый. Сэр, у меня остались его очки. Куда их теперь девать? Ну, ему они ни к чему. Делай с ними, что хочешь. Выкинет? Или оставит? Не наденет. Я же говорю. Кстати, возможно, если он сейчас наденет очки, и там была запись, он увидит драку. Да? Надевай. Ну. Мне кажется, по-любому сейчас что-то так и будет, чтоб они нашли Шелби. Ну не может быть так в конце игры не найти главного маньяка, вы что, смеетесь? Опа! А вот оно. Полази в архивах, в записи. Вот это у него улыбка. Голливудская. Нормально. А ты представь, если тот официант, который ему казался, это предыдущий владелец этих очков. Да не, я больше думаю, это как-то с подсознанием работает. То есть ты видишь того, кто в твоей жизни какую-то роль играл. Или играет. Кто знает, может официант у того ФБРовца вообще был отцом, например. Почему нет? И все, его в итоге не поймали? Да хорош. В этих очках по-любому можно было найти достаточно информации. Плохо. В итоге маньяка мы не поймали. Попытка номер два. Надеюсь, нам получится всех сохранить и всех спасти, чтобы был все-таки настоящий хп. О,
он? Я думал, ты умер. Папа, я знал, что ты меня спасешь. Давайте, давайте, давайте. Сейчас главное сосредоточиться и не накосячить. Шон, слушай, ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я хочу сказать тебе, что бы ни случилось, я люблю тебя больше всего на свете. Я еще жив. Я выпил яд час назад. И не умер. Вот это счастье, да? Эш, убери ее наконец. Марс не виновен, черт возьми. Он не виновен. Эй, вы куда? О, вот сейчас получилось. Еще раз получилось, и в этот раз получилось. Он поражается ее неуклюжести. Вот, теперь в нас не выстрелят. Вот это вообще отличный момент. Что случилось? Там коп снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Теперь главное теперь спасти. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелить не успеешь. Шуберовца. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Титан. Давай, давай, давай. Надо выходить. Прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Не важно. Самое главное, ты спас Шона. Ну, эта концовочка уже поинтереснее. Более развернутые ответы, диалоги. В смысле? Вверх! На телевизором по голове получить, это ж не... Так, так, стой! Давай, 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 ну! Опаньки, опа, 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 опа! Так, значит, он у нас не считается, что ли, за персонажа? Не считается. Как же нам всем выжить-то тогда? Ну уж лучше так. Да, интересно. Ну да, вон кровь на пилах. Ну хотя бы персонажи спаслись. Просто, если не ошибаюсь, есть такая ачивка дойти до конца со всеми персонажами. Я не знаю, это в счет, не в счет Шелби-то. Тут уже похоже на хэппи-энд. Поздравляю. Мы с тобой это сделали. К всеобщему облегчению, полиция. Да, 4 героя. Ачивка готова. О, с улыбочкой. И с живым батей. И другая песня играет. Триумфальная. Стало возможным лишь благодаря Итану Марсу, которого полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и имя оправдали. Позволили сорвать жестокие замыслы мастера Оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня.
Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Его раскрыли. Белый, бывший лейтенант полиции, он это радует себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Вот насколько мог сюжет повернуться, да? Из-за парочки кнопочек. То есть я в одном не смог дернуть джойстиком, то есть я дергал, но не сработало. Скажем так, ее подобрал друг моего друга. Если нравится, берем. Мне нравится. Я бы сам бы себе такую купил. Эй, люблю пап, студии. Я вроде выбрал ты? Комнату. Ну, что скажешь? Это чудесный Итан. Мы забудем о том, что случилось. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Все трое. Этот конец мне нравится больше. Гораздо. Наш гость попал на этой неделе на обложку «Мира сегодня» и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден. Здравствуйте. Заслуженно. А Мэдисон книжку-то выпустил или нет? Или нет? Опа. Он в итоге это дело не бросил. До сих пор. Выплюнь. Брось. Смой. Давай, давай, давай. Выбрасывай. Красавчик. Так держать. И больше не пей эту гадость. Так. Чей это кабинет? Но зато благодаря той концовке мы увидели отсылку разработчиков на продолжение серии. Я не знаю, они вообще говорили о том, то, что будут вторую серию разрабатывать или нет. Хотя все может быть еще впереди. Хотя на самом деле уже времени прошло много. Опаньки. Что это такое? Как так? Как так? Это его уже так заглючило слишком сильно от препарата? В смысле? А, или это вот здесь была отсылка? То есть как бы поменяли местами. Проходишь так, у тебя у Мэдисон. Проходишь так, у тебя пасхалка вот здесь. Но здесь, видишь, не сказали то, что это маньяк более высокого ранга, более серьезный. Ну тоже так. Можно, в принципе, самому догадаться, то, что появился какой-то новый маньячелло, который даже смог проникнуть в его систему очков. Или очок. Как правильно, не знаю. Вот это, надеюсь, знаешь? Как более правильно сказать, правильно? Так.
Теперь и Скотти Шелби у нас находится на этом кладбище. Вместо Итана. Да, все. Наконец-то у нас хэппи-энд. Мы с тобой прошли эту игрушку. Спасибо тебе, то, что поддерживал, смотрел и ставил лайки. Это очень мотивирует и очень приятно. Но на этом будем заканчивать. Ссылочка на плейлисты паблик ВКонтакте, как всегда, будет в описании. Подписывайся. И не забудь поставить на это видео тоже свой сочный лайк. Также заглядывай на мои стримы. Ссылочка на Twitch тоже в описании. Спасибо еще раз за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока. We'll be right back.